Так, включили бандуру. О, мои хорошие хлопчики, ребятки. Натаха, привет, большущий. А, ребятки, княшенцы, всем, короче, большущий приветище. Палочек, короче, в новом обмундировании. Смотрите, вот какая курка. Курка, видите, какая вообще вся просто такая прошитая, прошитая. Ну, тужурка. Она у меня, кстати, двухсторонняя, на меху, на медведе. Да, а, ну, надо просто соответствовать сестре, да. Я никак, кстати, не повешу вот эту вот фотографию из нашего фотоальбома на холодильник. Ну, я исправлюсь. А, к рабочей неделе на работе обязательно распечатаю фотографию и обязательно повешу. И не одну. Весь холодильник уклеим. Или даже всю стену. Так, значит, мои хорошие, братва, значит, вы у меня просто умнички. Женщины, вы просто умнички. Пацаны, мужики, кто смотрит, вы просто четкие парни. Четкие мужики, не знаю, как правильно сказать. Значит, смотрите, спрашивал вас Палыч, говорит, напишите, пожалуйста, пока Натаха, значит, у нас как бы, ну, не, как сказать, хотел сказать, не в Минозе, не, это, пока Натаха у нас, короче, ну, как сказать, отходит, да, но не от пьянки, а то сейчас кто-нибудь подумает, не, болеет, перебаливает, что, кстати, желаем ей дальнейшего, быстрейшего выздоровления, потому что болеть никому не надо, значит, я вам спрашивал, хлопцы, подскажите мне офигенный просто этот тему для ролика. Вы мне там много всего писали, много писали. И типа про забор посмотрели, вот эти все рецепты. И как бы очень много народу написало. Посмотри, Палыч, как, значит, две подружани моют машину. Типа Стивен Кинг отдыхает просто, Спилберг. Ну, я себя уже так утрирую. Значит, хлопцы, значит, да, кто не смотрел, значит, ролик, вы можете писать. Наташа Губарева моет машину, ну, там Стани, так напишите. И, в принципе, вы найдете его. Это, знаете, давайте сначала про машину, про мойку, а потом, что было непосредственно в ролике. Мы успеем, Саня, успеем. Значит, Натаха, знаете, ну, они там ездили на пруд, там как бы загорали, отдыхали, купались. Сейчас про это поговорим. Сборы были интересные. Но, значит, не менее интересно, ребята, как я это увидел. Я такой давно не видал. Вы знаете, я много повидал, но такого давно не видал. Значит, как две умопомрачительные, шикарнейшие просто красотки. Моя сестра, чтобы прям вот не смели я нам писать там что-нибудь такое нехорошее. Хейтеры, вот так вот Натаха называет. Хейтеры, да. Значит, был, значит, конкурс «Мокрые майки». Ой, блин, что я плету? Нет, это я не тот смотрел. Не, ну, Натаха без шуток реально, короче, решила помыть свой таз. Ну, таз от слова «машина», это я утрирую. Значит, вы знаете, там фактически как бы не они мыли машину, а они сами мылись, друг друга мыли, так скажем. Еще надо было так голову намыли, Танюх, Натахи, прям вот патлы ее намыли и тут же прям расчесать их гребнем прям большим. Ну, вот как бы продефилировали, я просто, знаете, о чем подумал, почему не нижнее белье? Как-никак смотрят мужики, и Натах в следующий раз в нижнем белье, прям в нижнем белье, как бы фигура у тебя нормальная, плечи шикардос, прям мне понравились, когда в купальнике так купалась, прям плечи такие шикардос, знаете, как бы я вот сам, ну, как бы занимаюсь спортом и в бывшем занимался. Я вот, знаете, что могу сказать, что Натаха, или она как бы физически развита, или она как бы занималась чем-то, потому что у нее прям даже вот эта вот мышца прям, и дельта видна, и плечи такие прям, ну, такой прям раз, прям и можешь прям, да, вот, как бы заломать ее, защипать ее, может побороть Танюху, ну, и не только Танюху, вообще, я имею в виду всех, да, значит, ну, я отошел от тебя, значит, мыли машину, вот мне прям понравился такой момент, когда, знаете, мыли машину, и ну, там в основном моментов не было. Там была под музыку какая-то чертовщина вокруг машины. Бегали, в темноте мыли машину. В темноте додуматься, помыть машину. Тут порой бывает по светлышке начинаешь ее мыть. И там развод, и там, а это по темноте. Ну, в принципе, какая машина, такая мойка. Это, и что я начал голову забивать-то. Значит, мыли машину, и вот мне прям понравилось, прям, знаете, что такое, два момента, когда, значит, в самой Натахе во время мойки постоянно почему-то спадали труселя. Это получается, почему они спадали? Значит, что, Натаха похудела, выходит, что в это время там, да? И у Танюхи, естественно, ее спортивный купальник. Спортивный купальник, во! Просто во, я вот вам советую, знаете, женщины, поедете на море отдыхать, вот там как бы на речку, там в огород, такой спортивный купальник, как у Танюхи. А если попросит, Танюха вам сможет его выслать, короче, продать, ну, купить, поняли, короче, все меня, без слов, поняли. Значит, да,
Значит, давайте немножко поговорим про ролик. Все, с чего начиналось. Блин, я думал, что телефон разбил. Нет, нормально. Короче, с чего начиналось? Все началось с того, что девчины, я сейчас буду говорить чисто про, значит, про Натаху и Танюху, решили поехать, как бы, ну там они там еще с собой дочку взяли, там Танину, но это как бы я уже про это ничего не говорю, просто говорю сейчас про Натаху и Танюху. Значит, Натаха села за руль, да. Прямо вот первое такое было впечатление, когда смотрел я этот ролик, знаете что, что Натаха немножко с бодуна. Ну, с бодуна, знаете, так на веселье как бы погуляла накануне с Танькой весело, потому что сесть в машину, как бы вроде едешь там на природу, там само собой подразумевается с собой, положи там постелок, положи, попить, поесть, там, ну, положи там средства там от комаров, там, от клещей, ну, это, знаете, так просто, ну, когда ты едешь на природу, ты с собой что-нибудь берешь, там, логично, значит, сидят в машине и говорит, мы, наверное, не взяли постелок, не взяли то, не взяли все. У меня такая прям мысля была, я подумал, блин, вот, наверное, Натаха, когда ездит на пруд, ну, одна, она же бывает, что одна ездит, она как-то раз там снимала где-то ролик, ходила там с Данькой. Я, знаете, почему подумал, что Натаха, вот как бы, ну, вот это было бы лаконично. Вот не парясь, такой вариантик, знаете, как сесть в машину, приехать на пруд и там просто вот без труселей как бы задырнуть прям брасом, покупаться, поплавать, да еще руками каких-нибудь раков, карасей поймать там. Во, вот это вот темка. Да, ну да ладно, короче, начинают ехать. Опять вот споры у них прям, сборы. И это великолепные, значит, да. Это на высшем уровне, короче, ребята собраны вся. Значит, это забыли постелок. Ну ладно, сели. Ворота не открыли. Подъехали к воротам, смотрите, логика. Значит, Натаха говорит, иди открой ворота Таньки. Танька вышла, открыла ворота. Это выехало задом. И нет бы, чтобы Танька там побыла и пошла опять закрыла ворота там. Ну, логично же, правильно, открыла, закрыла, села в машину, поехала. Так нет. Танька садится в машину и выходит уже Наташка, идет закрывать ворота. Причем ее не было очень долго. Я про себя думаю, блин, где Натаха? Там как бы несколько вариантиков, как может быть. Либо как бы в туалет на дорожку, там, да, ну как бы, ну ничего такого нету, ну хотя Натаха могла и, короче, в пруду прям. Это. Либо второй вариант, короче, это, знаете, кодовый замок там на воротину, то бишь, я так думаю, что у Антахи, знаете, вот мы там смеемся, там порой там подшучиваем, там, ну, как бы так вот, как бы не зло, а вот играючи, говорим, что, типа, вот там дом какой-нибудь такой, там, тут вот что-нибудь развалино, какая-нибудь еще там что-то, а вот ворота, мне почему-то кажется, прям кодовый замок, и вообще прям офигенно, если не что еще сделать, система видеонаблюдения, прям вот прям вышки, прям, тут прям, ну, вообще прям, во. Значит, да, приехали на прудок, прям сразу прям, постелочек, прям выбрали место, где купаться. Ну, я говорю, прям, ну, я уже сказал вам раз, просто я очень сильно, ребят, под впечатлением от Натахиного купальника. Это просто, вообще просто вот мед купальник, прям, мне вообще понравился. Это, и очень мне сильно понравилось, как Наташка раздевалась. Ну, раздевалась, я что-то опять так ляпнул, снимала себе одежду, опять не одежду, ну, чтобы поплавать. Как не скажешь, сразу, что подумайте не то. Просто снимала одежду, чтобы поплавать. И знаете, самое интересное в этой ситуации, я так понимаю, знаете, опять создала такую историю, чтобы были лишние комментарии. Поставив камеру не так, что просто напротив себя, или да, там, мол, снимает Танюха, поставила камеру снизу. Снизу, когда ты себя снимаешь, я сейчас так снизу сяду, будет 3 подбородка, и будет 5 этажей жира, как бы. Ну, это, как бы, логично. Тут, получается, никакого стеснения нету, вообще пофигу, лишь бы лайки, лишь бы просмотры, как бы, комментарии и прочее. И вот, кстати, да, когда покупались, там они еще в магазин какой-то там заехали, там набрали там харчей. Ладно, не к этому. Опять про машину возвращаемся. Вот я опять просто. Как вот можно, где эту можно машину эксплуатировать, по каким полям, если она подошла к ней, там она вся просто. Это бумага толченка валяется в багажнике, там антифриз разлит, там хлам. Блин, не знаю, вот у меня сейчас откроют, если в мусорку тут под мойкой. У меня там как-то почище в ведре будет. Ну, не то, что почище, там как-то все более так аккуратненько, как-то вроде собрано. Блин, тут жесть просто. Весь багажник каких-то не в царапинах, в этом, ну, в разводах. Господи, вообще. Короче, вообще, жесть. Все, полчаса. Блин, я не успеваю, что хочу сказать во все 9:30. Ну ладно, что сказал, то успел. Давай, короче, прощаемся. Подписка, лайк, комментарий. Ба-ба-ба-ба, пока.